Старший лейтенант, сержант, танкист – все они герои войны. Бессмертный полк онлайн продолжает собирать свои ряды. Каждый день в нашу редакцию приходят фотографии и истории про фронтовиков, подвиг которых нельзя забывать. В наш фильм о героях Второй мировой войны войдет история о старшем лейтенанте Иване Волкове, который во время командования батальоном своей смелостью и характером показывал пример всем бойцам. О пулеметчике Иване Долгополовом, награжденном медалью за войну с Японией и орденом Великой Отечественной войны. И еще десятки историй о героической службе кировчан во время войны. Никто из ветеранов не останется без внимания. Каждая фотография и история войдут в большой видеофильм под названием «Бессмертный полк онлайн». В этом году из-за ограничительных мер судьба шествия колонны с плакатами героев на Театральной площади пока неизвестна. Поэтому Первый городской канал запустил свою акцию ко Дню Победы. Если вы хотите, чтобы ваш ветеран принял участие в проекте «Бессмертный полк онлайн», нужно прислать фотографию и историю о герое в официальную группу Первого городского ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова». Заявки мы будем принимать до мая. В апреле в эфире нашего канала будут выходить небольшие видеоматериалы о ветеранах, а 9 мая выйдет большой фильм «Бессмертный полк онлайн».